Выставка, которая рассказывает о жизни курорта в годы Первой мировой войны, уместилась на одном небольшом стенде. Это вырезки из статей из газет и журналов и старые фотографии сочинцев, участников кровопролитных сражений 1914-18 годов. Материал для экспозиции пришлось собирать буквально по крупицам. Помогли городские музеи. Все дело в том, что в советское время Первую мировую называли захватнической, а участие в ней позорной. И многие из тех, кто воевал в то время, скрывали свою причастность к самому масштабному вооруженному конфликту в истории человечества. Хотелось бы, чтобы сочинцы включились в этот краеведческий поиск. Может быть, у кого-то сохранились в альбомах старинные фотографии, которые раньше скрывались, конечно, потому что участие в Первой мировой войне, оно как-то не афишировалось даже, может быть, и преследовалось в советское время. В связи с открытием выставки в библиотеке сегодня провели урок истории. Сюда пригласили студентов и школьников. Лекцию провели сотрудники библиотеки. Для слушателей они подготовили слайд-шоу о жизни курорта во время войны. Добавлю, что в этом году исполнилось ровно 100 лет со дня начала Первой мировой. В связи с круглой датой масштабные памятные мероприятия прошли по всей стране и были активно поддержаны правительством государства.